Ну что ж, расскажи немного о маме. Она очень любила пить пиво. Зато картошка-пюре у нее вкусное. Иногда нам было весело. Я отвезу тебя в очень хорошее место. Там живут дети без мамы и папы. А это у нас Икар. Меня зовут Кабачок. С такой-то башкой скорее картошка. Выше! Ух ты, как высоко! А ну отдай, сейчас! Номинация на Оскар. Кабачок, все мы одинаковые, никому мы не нужны. Эй, новенькая, а ты сюда за что загремела? Расскажи об этой девочке. В ее глазах можно утонуть. А вдруг застукают? Хочешь узнать или нет? Хочу. Когда родители умерли, меня взяла к себе тетя. Мы едем домой. Нет! Нет! Она очень плохая. Я тебя к ней не пущу. Эй, народ, давайте в снежки! Девчонки против мальчишек! Триумфально, потрясающе, берет за живое. Целая тонна, тяжесть какая! Да я попробую. Франсуа Трюффо мог бы гордиться. Настоящее чудо. Красивая у него мама. Может, она ему не мама. Жизнь кабачка. Премьера 24 февраля.